27 января 1944 года – знаковая дата в истории Великой Отечественной войны. В этот день Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. В Чебоксарской школе номер 54 этой теме посвятили очередной урок победы. Уроки Победы – одна из возможностей рассказать школьникам о Великой Отечественной войне. Темой урока сегодня стало освобождение города Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Неотъемлемой частью таких уроков являются истории от первого лица. Отец Натальи Фадеевой, Николай Михайлович Прокофьев, уроженец Порецкого района, в 1939 году уехал работать в Ленинград. Все 900 дней блокады провел, защищая город. В нем же встретил Великую Победу. Своим детям он много рассказывал о том, как пережили ленинградцы эти годы. В 1942 году на Ладожском озере, это была единственная дорога, он оказался в беде. Льдина оторвалась, и он на ней находился трое суток без еды. Потом начал подавать сигналы, что он живой, и его кто-то заметил. Подослали ученых собак. Собаки подогнали эту льдину к берегу, и так он остался в живых. У Бориса Долгова три прадеда, участники войны. Борис этим очень гордится. Это пример для нас мужества, героизма, стойкости, отваги, готовности сражаться за свою родину. Школьники и сами пишут историю. Точнее, навеки сохраняют в истории героические подвиги своих дедов, прадедов, земляков. Вот уже 15 лет в школе ведется солдатская летопись. Ну, на мой взгляд, это вообще история каждой семьи. У нас нет семьи, в которой бы не было своей истории, связанной с Великой Отечественной войной. Мы своим детям уже передаем. Раньше нам передавали уже сами участники боевых действий, ветераны. И то, что вот сейчас вот у нас у детей есть возможность, еще хоть какая-то возможность пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны, это, наверное, очень ценно. В уроках Победы уже приняли участие более 50 тысяч школьников нашего города. Кроме того, для школьников проводят кинолектории, фильмы о Великой Отечественной войне. А в рамках проекта «Живые уроки» – экскурсии на предприятия, которые создавались и работали во время войны. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика.